Вот так в стиле Павла Буре забивают на универсиаде вузов Хабаровского края. Соревнования проходят в Краевом центре развития хоккея. Участники – студенты вузов нашего региона. В настоящее время скрестили клюшки команды Железнодорожного университета и Дальневосточного юридического института МВД. В этом матче немногочисленным зрителям удалось увидеть изобилие голов на любой вкус и цвет. Счет уже в середине встречи был 9-5 в пользу железнодорожников. Они в желто-зеленой форме. Бились на льду, не жалея сил. Все для того, чтобы завоевать звание лучших в Хабаровском крае. В НХЛ играют за миллионы долларов. Да, вы здесь за что играете? За институт. За институт. За, да, за честь герб института. Института. Да. Вот, защищаем цвета. А есть ли какие-то бонусы от этого? Ну, всякие скидочки за учебу. Я не знаю, да. Может, да. Где-то помогаю, где-то что-то, форму, там не форму. Ну, хорошо все. Лучшие игроки универсиады вузов могут попасть в сборную Хабаровского края. Они будут выступать на всероссийских соревнованиях. Но и это, как говорят тренеры, для перспективных ребят не предел. В данный момент мой студент, ну, с нашего вуза, да, он в том году защищал ворота Тогу, Иванников, да, Никита. Сейчас он играет в Америке. Вот, он уехал и достойно там играет. Поэтому все только в силах, как говорится, каждого спортсмена. За красивые игры, обилие голов и развитие хоккея в Хабаровском крае Павел Игошин и Василий Ермаков. Программа «Настоящее время».